Здравствуйте, дорогие друзья! Снова я, Бен. Все выходные долблюсь тут то одно, то другое. Дома там делал насос в бассейне, потом, короче говоря, отправлял, то есть отвозил грузовик механику. У меня была проблема с кондиционером. Он, кстати, мне буквально месяц назад этот кондиционер делал. Опять какая-то была дефективная, насос, компрессор. Компрессор, да, наверное. Компрессор называется по-русски, кондиционерный. В общем, поменял он его еще раз. Я уже собирался забирать грузовик. Открыл капот. Решил еще тут кое-что проверить. Еще одну хрень обнаружил. В общем, метнулся в магазин купить. Сейчас я покажу, что я здесь меняю. В общем, женщинам это, конечно, не интересно. В общем, мне надо поменять всю эту деталь. Я не знаю, как это называется. В общем, это по-английски называется footbrake valve. В общем, связано это с тормозной системой. Вот отсюда вот здесь такая заглушка, чтобы туда грязь не попадала. Но вот отсюда у меня выходило воздух, травил. В общем, что-то там с ним не в порядке. В общем, надо поменять это все. А для того, чтобы поменять, это надо было... В общем, я вам покажу еще в этом репортаже. Значит, надо внутри, в кабине, там раскрутить там все. В общем, это то, чем я занимаюсь. Поэтому, не знаю, не получилось мне сегодня ничего снять из видео. В общем, занят, видите, чем. Так, ну, в общем, теперь надо с этой стороны открутить вот там вот эти вот 4 болта и вытащить это все. Ну, в общем, продолжаем работать. Все, открутил. Так, ну вот новый клапан установлен. Сейчас я подсоединю назад все шланги. И, в общем-то, все. Видите? Молодец я. Аж сам доволен. Ну все, собрал здесь. Сейчас заведу, посмотрю, что все в порядке, буду собирать внутри. Вот в насосе поменял мотор. Вот этот мотор новый. Вот эту часть я оставил старую. В общем-то, поменял только мотор. Почему? Здесь было несколько проблем. Прокладка. Уже ее надо было менять. Но прокладку можно было поменять, ладно. Там подшипник. Вот. Он грелся. И корпус. Корпус был просто вообще горячущий. И вот это все уже было обпаленное. В общем, пришло время менять. Этот мотор почти, по-моему, $485 обошелся. Это то, чем я занимался на выходных. И ремонт грузовика.